ребята, сегодня у нас рандом бустер, которого не хватало четвертому сезону. Давайте начнем с того, что посмотрим на каждый из волчков. Начнем с главного. Валькирия. Я помню, что в четвертом сезоне у нас был Ultimate Dragon, то есть усиленный. Потом был усиленный Бинг Бен Генезис, ну, с рамкой, которая тоже усиляла Апокалипсиса. Потом был усиленный Диаболос. Не хватало только Валькирии. И вот она. Валькирия, я ее назвал Самурай Вальтрик. Поскольку не было таких же тройных слоев в этом сезоне, я использую ее стандартный. Чип немножко отличается по покраске. Это из Валькирии B00. А диск у нее от Валькирии третьего сезона. И драйвер Ultimate Reboot. В этом сезоне он появлялся. Поэтому этот драйвер спокойно можно считать четвертого сезона. Следующий волчок это B02. У меня это Heaven Dragon. У этого волчка почти нет щелчков. Все детали указывали, что он выносливый. Но драйвер на атаку. И понеслась. Это атакующий волчок B02. У него также диск Парадокс, поэтому этот волчок может быть интересен. Потом Judgment Achilles. Он очень красивый, красненький. У него у нас драйвер от Longinus 4 сезона. Диск нулевка с рамкой. И получается вот такой вот у нас атакующий Beyblade на полную. Следующий бой третьего сезона, но в рандом бустерах четвертого они попадались. Это Wonder Valkyrie или Winning Valkyrie с редким диском от Аматериуса или от Арихалкума и драйвером Райз. Ничего особенного в этом волчке нет, кроме диска. Так волчок прикольный. Следующий волчок это Grand Hydra. По чипу и слою все понятно сразу. Драйвер у него Extend Plus. Это очень важная вещь. Диск у него тройка с рамкой. Идеально ровной от Пегаса. И сейчас у нас остались Пегасы. Начинаем с Вальтрика. Это у нас Вальтрик со слоем Кобры. Poison Вальтрик. У него Дестрой. Десятка. И рамка от Air Knight'а. А еще хотел заметить, что не все знают, но здесь у него резинка, вот здесь, а также пластик на этой резинке, и поэтому он хорошо отражает атаки и наносит свои удары вот этими большими выступами. И последние два волчка — это Пегасы. Красный Пегас Union на драйвере от Арихалкума защитного типа. С диском единицы и рамкой от Багамута. И последний волчок рандом бустера. Очень интересный, по моему мнению, самый красивый. Зелененький. Космо Пегас. Я вообще обожаю этот слой. Он мне очень нравится. И поэтому я его куда угодно запихну. Во-первых, у него основа круглая. И у него железный драйвер из набора со Сприганом. Тоже зелененький, как диск семерка. Вот такой вот рандом бустер. Давайте посражаем некоторые волчки из этого рандом бустера. Давайте начнем с Валькирии. Кстати, драйвер забыл сказать, мне уже эволюционировал, хотя я его запускал только два раза. После того, как записал ролик. И я этому рад, потому что она станет очень быстрой. Ну что, давайте начнем с нее и давайте с выносливого волчка Пегаса. 3, 2, 1, вперед. Пегас. Понеслась. Давай на полной парке. Смотрим. Пегас или Валькирия? Пегас или Валькирия? Пегас или Валькирия? Пегас или Валькирия? Пегас. Сейчас давайте посмотрим, как ведет себя Poison Вальтрик и Judgment Achilles. Один, это игра какой-то супер бомба. Ахиллеса больше энергии. Видим, как он сильно атакует по Вальтрику. И побеждает Ахиллес. А
А сейчас будет битва очень интересных боев. Гранд Кобры и Хевен Драгона. Поехали. Очень похож на Игаса, а потом понял. Пусть очень красивый волчок. Смотрите на Extend Plus. Гранд Кобры как-то не очень. Она начинает замедляться. Смотрите, что творит! Победили Extend Plus. И последний бой на сегодня. Это два очень неожиданных волчка. Поехали. Начнем с очень легкого Вальтрика. Я думала, он будет вести себя иначе. И 2-1 в пять. Смотрим, опять Вальтрик куда-то пытается улететь. Космос. Волчка запустил Вальтрик. Смотрите, оба волчка атакуют, хотя не должны были. И взрыв. Вот такой вот эпичный финал этого ролика. Ну а сейчас всем пока и до скорых встреч.